В Люберцах появляются новые микрорайоны, а вместе с ними и новые учебные заведения, которые бьют рекорды по своим мощностям. В жилом комплексе «Первый Лермонтовский» завершилось строительство школы на 1500 мест. Ее масштабы оценила и наша съемочная группа. 24 700 квадратных метров – такова площадь школы, которая на сегодняшний день является самой большой в городском округе Люберцы. Ее возведение началось в конце 2022-го. За полтора года на этом месте выросло здание, рассчитанное на 1500 учеников. Она рассчитана на те корпуса, которые строятся непосредственно рядом со школой в рамках комплексного развития территории. И это все направлено на сбалансированное развитие территории, чтобы социальная инфраструктура ни в коем случае не отставала от строительства жилья. Вокруг школы будет проходить пешеходная и беговая дорожки. Вокруг школы будет создан некий такой прогулочный променадный бульвар. Здание школы представляет собой 2 4-этажных объема, соединенных двухэтажным зданием. В восточном крыле блок начального образования со своим спортивным залом, раздевалками и отдельным выходом. В западном пищеблок, специализированные универсальные кабинеты для средних и старших классов. В центральной части столовая на 900 мест и актовый зал с такой же вместимостью. Производят отделочные работы, фактически они завершены. Все оборудование, необходимое для функционирования школы, завезено. Даже есть полноценный спортивный тренажерный зал с беговыми дорожками, тренажерами, всевозможными отягощениями. Классы будут наполнены интерактивными досками. Все классы, которые связаны с физикой, химией, будут подведены парты специальными разъемами. В апреле строительная компания получит документы на разрешение ввода объекта в эксплуатацию. Весь летний период школу будут готовить к встрече с учениками. И уже 1 сентября в этих просторных помещениях закипит яркая школьная жизнь. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, Артем Морозов, телеканал ЛРТ.